Друзья, всем привет! В это воскресенье в городе Березовске, в церкви Христа Воскресшего, проходило торжественное служение, посвященное празднику жатвы. Было много гостей из поселка Барзас. Приезжала команда, которая проводила служение из церкви Христа Воскресшего, город Кемерово. Было хорошее время, праздничное время, где Бог очень сильно действовал и касался сердец людей. Также в нашей церкви 27 октября планируется начало альфа-курса, молодежного альфа-курса. Мы очень сильно нуждаемся в ваших молитвах. Это очень важное будет такое мероприятие в нашем городе, потому что мы очень сильно верим, что Господь хочет спасать людей разных возрастов и тем более молодежи. И будем верить, что через это служение много молодежи придет к Господу. Пожалуйста, молитесь за это и очень сильно нуждаемся в этом. Спасибо вам огромное. Пусть Господь очень сильно благословит каждого из вас и наполнит своей любовью, миром и благодатью. Аминь.